12 июня в Московской области открылся штаб по общественному наблюдению за выборами, которые пройдут в сентябре этого года. Работу организуют по нескольким направлениям. Группа подготовки и координации займется обучением общественных наблюдателей. В работе примут участие председатели и члены общественных палат, а также лидеры общественного мнения региона. Наш президент всегда говорит, что легитимность выборов – это святое. Мы в этом заинтересованы. Конечно, мы должны совершенствоваться, развиваться, поэтому появляются новые инструментарии, технологии. В Одинцовском округе контроль хода предстоящего голосования будет осуществлять общественная палата в рамках алгоритма, разработанного Общественной палатой России. На нее возлагается большая ответственность в обеспечении прозрачности выборов на территории муниципалитета, а также доверие населения к их результату. Здесь очень важно обращать внимание на те требования по открытости, требования по соблюдению прав граждан при проведении голосования, а также любые какие-то нарушения или неточности при проведении данной процедуры, конечно же, сразу будут фиксироваться и передаваться в штаб. Специальная группа наблюдателей будет следить за выборными процессами не только на избирательных участках, но и в соцсетях. А у самих избирателей появится возможность проголосовать, не выходя из дома. В Подмосковье будет впервые применяться система дистанционного электронного голосования. На федеральном портале госуслуг зарегистрировано 5 миллионов 760 тысяч жителей Московской области в возрасте 18 лет и старше, что превышает 95% избирателей. Работа по формированию муниципального штаба и списка общественных наблюдателей начнется с конца июля. Основываясь на предыдущем опыте, их будет более 500 человек. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».